Ой, темнота. Вон они стоят все. Ага. Поехали, они видят. Ночишь на дворе. Сейчас я так вот поведу камерой, так раз, два, три, четыре, Аж дух захватил. Хотите прокататься? Да не, я это. Ты говоришь или самое? Кто нас знает, всем привет. Вашингтону, Орегону. Павлу, да? Вот. Так что, все хорошо у нас. Приезжай. Понравилось. Очень понравилось. Сейчас вот закусим сладеньким и уже будем отправляться домой. Абсолютно, ты прав. На диванчик, да? For all I worship and adore. In other words, please be true.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. All right, yes, let's give it up for Manuela. Thank you so much. Thank you so much. What a beautiful song. All right, I'm going to need some... Надо викуп иметь, заплатить, чтобы за нее. А да. Ты два раза не было. Если что, я тебе добавлю. Не переживай. Спасибо. Смотри, что она сделала. Только по банке прикоснулась. Ты видишь? Ты видела? Все поспевала и поспевала. Приветствую. Приветствую. Вот. А это собака наша. А это ваша, да? Ну, не наша, это ихняя, но наша тоже. Они же наши. А если не наши, она же тоже наша, да? Ну да. Ну, да. Как вы, Ян? И она пришла, и он говорит, ладно, как эта женщина докучает, пойду и защищу это обидчикой своего. Это пример. И говорит... Разве Бог не защитит или вникнет в нужду тех, кто просит у него блага? Поэтому это не просто мысли, попросили, не получилось. Все, ручки сложили. Потому что Бог говорит, и дастся вам мерою, утрясенную, переполненную, нагнетенную. Но это тогда, когда вы будете просить неустанно. Неустанно. Поэтому мы здесь. Это время так часто не бывает у нас. Но раз оно здесь, этого случая лишать нас никто не может. Не может. Поэтому, дитё моё, я подхожу к тебе. Крест Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа может сделать больше, чем мы можем пожелать, дорогая моя. Ты для нас очень дорога. Мы всегда с мамой говорим о вас, вашей семье. Поверь, мы всю дорогу едем, перегрызаем ваши души. Потому что сильно хорошо было с вами. Дорогой Иисус, то, что мы попросили у Тебя, нам больше не на кого уповать. И мы хотим, чтобы Ты вник в эту нужду, в это сердце. Пришел в ее жизнь тот человек, который сделает ее счастливым. Ибо Слово Божье говорит, а я знаю, что человек, рожденный, был счастливым. Господи, дай ей ту желаемую часть, чтобы она была счастлива. Чтобы она была, Господи, рада в том, что избрала этот чудесный путь с этим человеком, с этой душой. Я не знаю, как это назвать. Может, это принц, может, это шейх, может, какой-то король, не знаю. Но придет тот человек, который сделает ее счастливой, радостной. И будет у многих радость и слезы на глазах. Потому что это выстраданное. Как ты выстрадал нас здесь, на земле, отдав сына своего, чтобы, Господи, никто не погиб, но имел Царство Небесное. Пусть в ее сердце, в ее храме ты, живой Бог, сделаешь радость общения с тем, кого ты позвал на этот брачный пир. И этот пир будет для всех нас, чтобы поспеша сюда, в любое время года, мы разделили радость в этом доме, в этой семье, с этой душою. И так будет во веки веков, мой Бог, ибо просим у Тебя, благословляем Тебя, Аленушка, чтобы Бог позаботился и пришло в Твое сердце мир, покой, любовь и Божья благодать. Аминь. Аминь. Все. Чтобы был perfect match. That's what I'm talking about. Я не знаю, на каком это языке. That's what I'm talking about. Тихо мне. Что такое мне?